Go. Блин, мороз прям лютый. А-а-а! Твою ж мать. Пацаны, ко мне. Ой, мамочки. Королева, рождающая из попы паука. Ой, проблема! Большая проблема. Sir, we have a big problem with жопа. Кодовое название жопа. Кодовое название жопа. Иди сюда. Оп, соси. Не трогайте. Это мой Честер. И только я могу его бить. Только я могу бить своего Честера. Отлично, все, погнали отсюда. Я все. Нет, погреемся немножечко. Все. Честер, иди сюда, родненький мой, хорюсенький мой. Ты цел, засранец мой. Ты-то цел. А вот что-то тут был зонтик, и он сгнил, походу, да? Угу. Так, окей, сейчас нагреемся и побежим. На тебе мясо. Пойдем. Погнали отсюда. Так, нам ровно вниз бежать и по пути собирать немного травы и всяких ягодок. Так он дышит классно. Я не знаю, так, по идее, мне, чтобы сделать, этот самый, как его, светильник на башку, короче. Мне нужно светлячков поймать, чтобы поймать светлячков, мне нужен сачок. На сачок я, да, бери уже траву! Чтобы сделать сачок, я уже насобирал травы более чем достаточно. Но, блин, что-то мне немного все равно стрёмно, немножечко я подсыкаю. Чуть-чуть, капельку. Весьма много. Вон там вот пойду справа еще травы соберу. Так, хорошо. Этот Честер так прыгает, звуки такие издают, вообще как будто шаг огромный такой. Туф-туф. Нет, морковку не бери. Морковку не бери. Ты лучше что-нибудь другое бери, но морковку не бери. Так. Более-менее тепло, более-менее. Надо к ночи добраться до лагеря. Там скрафтить еще один топор. Нет, стоп, подождите. Стоп. Мне нужны еще камни. Мне нужно золото. Я хотел ходить на могилки, но... Что-то пошло не так. Я не знаю что, но что-то пошло не так. Пойдем домой. Я уже задолбался. Блин, я был в свете, и меня ударила тьма. Это плохо. И плохо то, что меня тьма ударила, и плохо то, что у нас наступает тьма. Дилемма. Так. Заодно тут сломаем, чтобы если что... Откуда? Кто? Пауки, да? Да? Ага. О, нормально. Оп. Сэр, извините, у вас будет немного паутинки, нет? Ну ладно, я пошел. Ой, что-то я тут расходился, это ж болото, я не заметил. Это ж болото, люди. Люди, я ж на болоте. Я сейчас с дуба рухнул. Так, куда дальше? Вниз. Гоу. Я доберусь. Собираю всякие ништяки. Блин, у меня камень холодный, убери. В рюкзак убери. Во. В рюкзаке же там не холодно, по идее, будет. Рюкзак, он спины, конечно, касается, но там ткань, все дела. Вся хрень. Гоу. Гоу. Гоу домой. Чао, амиго! Убью парочку пингвинов, и все будет хорошо. Пойдем домой. Скорее. Зима близко. Карл. Хэшел. Зима близко. Зима близко. Точнее, она уже наступила, но... Как бы, я типа крутой. Камень ледяной. О, на, ложись. Грейся. Так, что положим сюда? Это мы съедим. Отлично. Портится суп. У меня портится суп.
Так, ты иди сюда, и ты иди сюда. Сейчас будем стряпать что-нибудь вкусненькое. Раз, два, три, четыре. Что выйдет? Отлично. Топор. Нужно делать топор. Буду делать обычные топоры. Для этого я собирал кремни. Ах ты ж, ёптыж! Ты охренел? Это мой дом. А вы сюда пришли. А вы не офигели случайно, товарищи? Это как бы мой хоум. И вы сюда пришли. И как бы начали убивать моего любимца. Вы не охренели ли случайно? Я вот ваши какашки сжигать буду, ясно? Фу, воняют. Ладно. Так. Так, собрали. Отлично. Раз, два, три, четыре. То же самое? То же самое. Так, и можно будет что-нибудь еще приготовить. Из ножки куриной. И меда немножко. Там что-нибудь лечебное. Так, ты пока иди сюда. Вот сюда, говорю. Оп. Оп. Отлично. Почему у меня так лежит? Потому что если я положу вот эти вот более целые сюда, они тоже станут не целыми. Менее целыми станут, короче. Так, это сюда. Так, так, так. И вот так что будет? Наггетсы, я так и думал. А если я сделаю вот так? Вот так. Отлично. И еще на одну порцию хватит. Ровно одну порцию. Там наггетсов они нормально вроде с хпшки восстанавливают. Окей. Окей, ну в принципе мы почти готовы. Почти. Не то чтобы прям сильно, но немножко готовы. Так, где мой топор? На то меня немножко отвлекли. Я тут рубил, меня отвлекли. Точно, можно спинки выкапывать, и вообще будет круто. Так, ну тут же светится. Почему я тут... Меня тут бьет тьма. Отлично, еще одно дерево. Она не видит. Рисковать не буду. КПшки важнее. Оп. Холодный казан. Что получится? А, отлично. Супер. Супер-пупер каждый день. Кушай мармеладки. Кушай мармелад. Мармелад тебя накормит. Мармелад пасет. Оп. Воп. Воп. Воп-оп-оп. Мармеладный мишка. Оп, около костра. Нормально. Так, камень. Камень, чтобы сделать, не хватает. Делаем холодильник. Так, одна шестеренка, я помню. И два вот такие в Честере. Честер? А где он? А, вот он. Вот как почувствовал засранец. Один вроде, да? Вроде бы один. Да. Отлично, холодильник сделали. Наггетсы. Супер. Гоу тогда. Тогда гоу. Тогда гоу. И наггетсы с собой. Нет, стоп, хавку сюда. Хавку в середку. Сюда и сюда. Так, нагрели камушек, берем, поем. Так, сейчас мы идем за камнем. Сори, я тебе ничего не принес, хотя хотел, честно. Так, домики остаются здесь. Нет, так, со мной, отлично, идем. 10 паучьих жил. Я сейчас приду и что-нибудь там надо сжечь, что-нибудь маленькое такое. Вон те маленькие деревья буду сжигать или чем, ну, в общем, что-нибудь сожгу. И нужно будет сделать лечилки, прям эти мази. Они больше восстанавливают, чем эти хилки в сыром виде. Так, селитра. Селитра пригодится летом, когда жара будет неимоверная, и меня будет печь со всех сторон. Меня будет жарить будет со всех сторон. Так, отлично. Да больше камня, больше камня. Как минимум 40 штук. Так, поставил цель 40 штук камня. Окей, выполняем. Так, на всякий случай, давай сделаем еще одну кирку, чтобы потом... Не мучиться. Отлично. Слышь, перекати поле. Я приду за тобой попозже. Но сначала золото. То, что надо. То, что надо. То, что надо. Что я могу дать... Что я могу предложить королю свиней? Вот что я могу ему предложить? Да ни хрена. О, яичко. Может, я ему яичко смогу предложить? Хотя... Нет, я не хочу проблем. Хотя проблемы с птицей это... Не у меня будут проблемы с птицей, а у птицы будут проблемы со мной. Так что... У меня все окей будет. Так, мне нужно золото. Нужно бойся, зоятя. Отлично, отлично, золото. Золото рекой идет. Потому что надо будет сделать еще одно копье. Нет, копье у меня нормальное, более-менее.
Надо будет сделать еще одну шапку. Шапку, которая бронированная, которая защищает меня со всех моих уязвимых сторон. Ой, как хорошо. Золото, золото, золото. Золото, 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 золото. Все. Так. Я не буду останавливаться на достигнутом. Я хочу еще больше золота. Жадность фраера сгубила. Зато он был счастливый, наверное. Хрен его знает. Короче, собираем больше камня. 40 штук камня, отлично. Цель достигнута. Но можно даже немножечко перевыполнить. С наступлением вечера, или там середины вечера, я побегу домой. В сторону дома. Так, вот могилки. Супер, 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 супер. Где моя лопата? Вот она. Так, это вот сюда. Отлично. Пуговицы. Супер. Могилки. Так, отлично. Так, у меня все пока что более-менее, не сказать, что прям сильно круто, но нормально. Нормально. У меня все нормально. У меня не то, чтобы все круто, у меня все нормально. И этого мне пока что хватает. Так. Хавка. Хавкой можно поправить здоровье. 146. 166. Отлично, 20. Так, с наступлением темноты я бегу домой. С наступлением темноты я бегу домой. Хотя нет, я бегу на кладбище. Потом сделаю спальник, посплю и поем. Вот, куда я дену еду. Отлично. Ой, нет, стоп. Это рано. А, здорово. Слышь, бить будешь? Смотри. Опа. Ты медленный. А чё ты не бьешь меня, слышишь? Какой-то он... Изи, что ли? О, ракетка. Так. Ты не расстраивайся, все будет хорошо. Мы тебя подлатаем. Дудка! Это как-то... Козу, во. Я эту козу... Козу. Ну, не то, что прям козу-козу, а прям эту козу, которая козу. Так, ты мне, главное, мозги сейчас... Я тут у тебя над ухом поебашу. Сори, я пошел. Ну, ну извини. Ну, потом днем поспишь. Все, я пошел. Пока. Удачи. Пока. Все-все-все. Все-все-все, отстань. А теперь она загрелась на Честера. Найс. Камень ледяной. Рубинчик. Рубинчик я ему не отдам. За рубинчик пусть... Хорошо. Угу. Она бежит еще за мной, не? Или нет? А, не, норм. Норм вроде. Так, окей. Сейчас еще немножко дерево. Иди сюда, слышишь? Пока еще не слишком снемело. Зоя-то мне. Зоя-то мне. Бойся, Зоя-то. Офигеть, офигеть, офигеть. Все мне, все мне, все мне, все мне. Все мне. Круто. Холодно. Отлично, все, согреем камушек, согреем себя. На камушек, ложись. Так, у меня вроде бы все есть. Гем сюда. Чук. Так, я хотел что сделать? Можно сделать цилиндр. Цилиндр мне пока не нужен. А, это я тоже пока не хочу. Что я хотел? Спальник, спальник. Делаем спальник. Нет, сачок, я совсем забыл про... Слышишь, ты? Слышь, притаилось оно там. Тварь. Ну-ка. Срезли с моего... С моего мира. Че ты орешь на бачу? Тварь. Тварь такая. Вот и тварь такая. Орёт она на батю. Нельзя? А если вот так? А вот так можно? И так нельзя. Ну тогда так жри. Полыло! Честер! 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 Та-та-та-та-та-та-та. Па-п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 а. Эу. Гоу превращение волшебное. Честер. Честер. Во. Супер. Сачок. Отлично. Честер. Сколько мест? Отлично. Ты мой герой, ты мой спаситель, ты мой бог. Гача! Еще сейчас светлячков наберем. Гача! Как? Блин. Блин, нет. Ну, в принципе, нормально, нормально, хорошо идем. Сколько, почему ночью больше... точнее, не ночью, почему... почему зимой светлячков как-то намного больше? Вы смотрите, сколько светлячков! Я так сачок сейчас сломаю. Обалдеть. Обалдеть! Вы когда-нибудь видели столько светлячков? Я нет. Честно, я никогда так много светлячков не... Нет, стоп. Нам светлячки нужны. Опа! 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 Ну и пока есть возможность, я буду набирать светлячков. Ну-ка. Оп, пойдем еще. Офигеть, 10 светлячков! 10! Карл! Карл, я охренею, Карл. О, енотик. У него хвост заберу. Какой я маньяк. Так, но потом хвост сначала ночные, потому что ночью у меня меньше всего шансов. Так, Честер, у меня теперь черный, по идее, да? Его сейчас не видно просто.
Так. Где еще светлячки? Ну еще же есть, я верю. Вот. Молодцы. 15 свет. Доброе утро. У меня тут похмелье. Ты куда? Ну прям светлячков. Соси. Так, стоп, это... Опа. Ага, понял. Он опасный. Но я опасней. Я опасней, поверьте. Я опасней. Так, еще светлячков есть. Можно поймать еще где-нибудь? О, можно. Где? Где моя сетка? Опа, сетка. Отлично, супер. Все хорошо пока что. Хотя, после таких слов обычно все становится хреново, так что... Так, все, мне... 20 светлячков мне пока что реально за глаза. Вот просто перебор. Но мне это... Я этому и рад. Окей, пошли. Вот, как раз ночь кончилась. Черный Честер! Честер, за мной бежит нигер, спасите меня! Ладно, шучу, тихо. Я не расист, я люблю нига, который смог everyday. Так, хавать пока не будем. Камень. Я же без камня побежал, ну. Человек-логика, это про меня. Слышишь, верни обратно в себя. Так, пуховик в тебе. Это в тебе. Что еще в тебя? Я засуну в тебя такие вещи, что ты просто охренеешь. Вот так, это сюда. Копье пусть здесь лежит. Нет, копье будет тут. Это сюда. Так, это... Сейчас сделаем каску. А каска у нас делается где? В каком месте? Так, это... Ого. Мне нужна сейчас каска, подождите. Каска. А где каска находится? Подождите, я не понял. Где находится каска? Нет. А где она? Подождите. В огне? Да. Соломенная шляпа. Отлично. Каска. Оу, ебейба. Так, по идее, проблем теперь не будет больших таких сильных. Так, каску сюда. 29 кусков золота, господи! Тише, Егор, тише. Тише, ты скоро это все просрешь. Я знаю, хорошо. Хорошо, что ты все знаешь. Я все знаю, поверьте. Все знаю. Так, куски мяса. Стоп, тебе есть что-нибудь? Сюда. Так, съестное. Бумеранг хочу заюзать. Бумеранг. Свин. Ты свин. Отлично. Один кусок мяса. Сейчас еще один. Так. Кого бы... Вот ты. Вот тебя я и убью. Стой. Ну, свиньи! Свалите нахрен с моей территории. Ты всех поубиваю. Опа. Поймал. Где еще? Ну, мне нужно кого-то убить. Вот эту птичку, тише. Оп. Хрень. Хавка. Ой. Еще одну. Плиз. Где-нибудь. Everybody dance. Честер! Где эти птицы? Юкала мне. Вот. Честер! Честер, у нас мало времени. Реально. Оп. Ага, круто. Угу. Спасибо. Так, хорошо. Ну, в принципе, мне хватает на что я могу сделать. Она опять на меня орёт. Я опять бегал без камня. Если вот так вот что получится, монстр лазанья не катит. А если с палочкой? А где палочки? Честер, а в палочке не в тебе? Нет, а где палочка? Вы хотите сказать, у меня нет вообще палочек? У меня вообще нет палочек. А из чего делается каска? Палочки я не юзал. Фак! Ну давай, супец мне вари. Супец это класс. Кто не верит, тому в глаз. Мой супец просто класс. Кто не верит, тому в глаз. Так. Спать не буду. Угу, это нормально.
съедим вот это, пока оно не сильно испортилось. И супчик возьмем с собой. Честер, ко мне. Так, камень-грелочку. Нет, стоп, да, Честер. Так, Честер. Сюда. Подождите, стой, не пищи. Это оставим тут. Топор тоже. Нет, топор мне сейчас нужен будет. Так, что я... Вот, что вспомнил, хотел сделать. Шапка. Угу. Отлично, теперь есть шапка. Так, если что, я буду вооружен и опасен. Хорошо. Лопата. Лопата пока в Честера. Так, что еще мне нужно будет? Что еще мне может пригодиться там внизу? Бандаж. На-ка. Это мне, я думаю, не сильно, потому что я не хочу там все сжечь коренам собачьим. Ловушки там не нужны, в принципе. Так, так, так. О, паутинка. Супер. Рог. Что я могу с рогом сделать? Я не помню. Давайте посмотрим, что я могу сделать с рогом. Так, костер. Пылай больше. Ты мало пылаешь. Так, с рогом я могу сделать что-то наподобие... Тут могу что-нибудь сделать с ним? Нет. Нет, нет, нет. А тут? Нет. А в чем могу? Morning. Утренняя звезда. Утренний свет. В ночное время для борьбы. Это, короче, я так понял, он... Он будет светиться, да? Может быть, его поставить, он будет светиться. Но у меня есть каска, поэтому мне не нужен сильно. Так, не... А, вот сюда давай. Так, шапка есть, это все есть, хорошо. Вот, сжечь, хотел сжечь. А. Полнолуние, какой кайф! Камень. Какой кайф, гоу. Гоу сжигать деревья. Только тс. Мне бы не сжечь свой лес, поэтому... Вот самое главное, мне сейчас свой лес не сжечь. Говорит, обидно. Ну, прям весь, который... Ай! Сори, забыл. Запутался в кнопках, извините. Так, пойдем рубить. Стоп! Мне нужен пепел. Вот, мне пепел нужен. Мне нужен пепел. Пепел. Нет, не могу. Мне же нужен пепел. А чтобы мне сделать пепел, мне нужно что-нибудь сжечь, то, что мне не очень нужно. А, кремний. Давайте выложим в ряд кремния. По идее, это поможет. Знаете, будет такая цепная реакция. Цепная реакция с кремнями. Учитесь. Ну, если же это сработает, конечно. Блин, это дерево, оно... Ладно, дубль 2. Мы учимся делать с кремнями всякие штучки. Тутс. 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 Отлично. И тутс. Супер. Угу. Так, ну что ж. Честер, отходи. Честер. Честер. Сейчас будет... По идее, они сгорят. По идее. Ну. Или камни не горят. Ой. Ну, сори. Забыл. А вот это горит? Окей. Окей. Облажался. В принципе, для меня это... Для меня это, в принципе, это нормально. Так что... Так что вот. Это я. Знакомьтесь. Я люблю лажать. А, как бы, да. Угу. Пойдем, Честер. Хотя бы деревьев нарубим. Перед уходом. Да, походу, опять придется разделять на две серии. Ну, я люблю поиграть, вы это замечаете. Это особенно в Don't Serve. Это просто одна из самых любимых моих игр. Отлично. Ну что ж, это последний день, когда я провожу наверху. Нет, стоп. Палочки. Нужно насобирать палочек. У меня есть черный Честер. У меня есть Black Nigga Chester. Chester! Motherfucker! Chester! You know what this mean? You know? I know. You know? I know. Так, это большие деревья, не пойму. Нет, это маленькие. Это или большие, или маленькие. Стоп. Подождите. Топор сломался. Нету палочек, точно, я же забыл. У меня дефицит палочек. Так, если что, у меня есть еще одна куртка. В принципе, 7 дней из 15, я уже про... 15? Вроде все, все по 20. Ладно, спорить не буду, все, хорошо. Так, где мой... Слышь? Слышь, енот.
сори. А где хвост? Тварь. Блин, ты бы сразу сказал, что у тебя нет хвоста. Хотя у тебя вроде был, но ты мне его не дал. Ты жмот. Ты ж хвостовой жмот. Поджал свой хвост. И умер вместе с хвостом. Сейчас собираем себе на еще одно блюдо. Куда я дел все палочки? У меня их было много. По идее. Или нет. Я не помню, я потом пересмотрю. Скорее всего, я их куда-то положил. Или мне их было мало. Но, скорее всего, я просто невнимательный. Обычно так и происходит. Ну ладно. Насобираю, пусть будут. Так. Факелы мне там, в принципе, не нужны будут. У меня будет каска. Пойдемте сделаем одну хилку. И пойдем вниз. Да, пойдем вниз. В принципе, все. Так, это у них гнездо такое, да? Только где. Где птицы? Окей. Я, в принципе, не претендую на них. Они мне не сильно, сильно так и не нужны. Сейчас нагреем камушек. И вниз. Так, заодно надо будет сделать вот так. Все, готово. Что ж, разогреваем. Ну-ка. Тут. А, что еще можно? Можно тут туцнуть. Так, вот на одна тут. Еще одна, да? И что, еще можно тут? Так, там вроде еще один справа куст был. Так, это неправильно. Вот так у меня должно стоять. Окей. Как только настанет ночь... О, вот они ходят, смотрите. А, на-ка, на-ка, получи, люлей. Тварь. А, у меня нечего больше готово. Во, дай мне что-нибудь. Говно. Спасибо. Я очень ценю. На самом деле нет. На. Не хочу. Я тебе сейчас рыло сломаю. Так, шапка у меня есть, шапка. Хорошо, у меня есть шапка. Кувалда, флинты. Отлично. Дерево. Отлично. В принципе, можно отправляться, наверное. Но я с собой возьму парочку супы. Бля. Супы. У меня супы почти все испортились. Юкали мне, блин. Окей, окей, все, хорошо. Без паники. Сейчас я нагреюсь, и уже когда нагреюсь, все будет окей. Я это самое пойду туда. И, в общем, там вы меня увидите через пару секунд. Где моя каска? Так, ну что ж, гоу. Здравствуйте, бич. Окей. Готов. Оки-доки, мы на месте. Ну что ж, гайс. Где моя куртка? Вот на моя куртка, она не отображается. Отлично, теперь есть. Фух. О, первый житель. Привет. Турун, турун, тур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 ur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 
Возьмем. Отлично. Да. В принципе, здесь довольно светло. Но тут очень много пауков. Это не так круто. Ладно, пойдем. Во, наконец-то юзаю первую рассказку, на самом-то деле. Здесь, по идее, есть какие-то лагери такие, да? Там... Ух ты, красные грибы, синие, тут ягодки всякие. Блин, это круто. Это реально круто. Но немного завораживает, серьезно. Птица, которую я ненавижу. О, привет. Ты дружелюбный? Вроде бы у некоторых летсплейщиков я видел, что ты не... Что ты дружелюбный. Ты ведь дружелюбный, да? Окей, спасибо. Для меня это было важно. Вот, вот то, что я искал. Лампочки. Ими можно заряжать каску. Это то, что я искал. Отлично. Что за тентакли? Это тентакли внеземных размеров. О, мой бог. Прям тентакли, тентакли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ладно, ладно, вы что? Я ж просто посмотреть. Чё? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, сейчас лампочек наберем.
Жесть. Ой, тише. Тихо. Все хорошо. Тихо. Еще тентакля. Тентакли внеземных размеров. Обалдеть, люди. На пол экрана. Окей, идем дальше. Честно, раньше я просто забегал на пару минут сюда и больше ничего тут не делал. Но я узнал, опять же, из Донстер Вики, что тут немножечко можно по лицу получить, если можно так бегать по этому биому безнаказанно. А если я вот так сделаю? Хе-хе, соси. А я убежал. Как тебе такой вариант? М? Событий. Развитий событий. Мне холодно. Мне холодновато. Мне прохладно. Я сейчас замерзну. Я сейчас умру. Надеюсь, нет. Вот где-нибудь тут остановимся. Я надеюсь, это нормальный биом. Что это такое? Что-то я не уверен больше, что это нормальный биом. Ну ладно, мы все-таки здесь остановимся. Где-нибудь тут, чтобы согреться. Ну, где-нибудь здесь. Здесь нормально. Камень, ложись. Знаете что? Здесь мы, пожалуй, и остановимся на этой серии. Я уверен, что я разделил на две серии, потому что там больше часа, скорее всего, получилось. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной в эти... Вот это время. Спасибо большое, что посмотрели серию. Поставьте же лайк, если вам понравилась эта серия. Всем удачи, всем пока, ребятки. И да, серия будет выходить каждый день. Честно. Клянусь. Пока-пока.